Тож, дорогі мої телеглядачі, до студії «Нового дня» завітав президент Федерації бодібілдингу та фітнесу Олег Леонтьєв та віце-президент Федерації бодібілдингу та фітнесу Максим Брєвда. Доброго дня, доброго ранку. Тож, буде проходити відкритий кубок Півдня України з бодібілдингу та фітнесу. Хотілося б від вас дізнатися, коли буде проходити, як, в якому місці і також хто може приєднатися. Город Николаев этой весной принимает кубок Южного региона по бодибилдингу и фитнесу. Мы, в принципе, с городом Херсоном начинаем весенний календарь соревнований Национальной федерации бодибилдинга Украины. В Херсоне будут проходить соревнования 1 апреля, а в городе Николаеве 2 апреля, это воскресенье, уже буквально, которое впереди нас ждет. Этот кубок будет чем интересен? Тем, что к нам приезжает много областей. Это Одесская область, Херсонская область, Киевская, Запорожская, город Днепр. Поэтому я думаю, что будет очень много спортсменов, будет очень интересно. А ось щодо миколаївських учасників, ми знаємо, що їх також велика кількість, і всі вже професійно натреновані, всі мчать до перемоги. Николаевская сборная сегодня представляет собой 27 спортсменов, из них немало будет юниоров. Как бы нас это очень радует, что все-таки популяризация данного вида спорта среди молодежи все-таки присутствует. Поэтому я думаю, что николаевская сборная будет достойно представлена на этих соревнованиях, и однозначно наши спортсмены будут в призовых местах. Окрім того, що буде проходити спортивне змагання, також буде багато розважальної програми для глядачів. Буде навіть аукціон проходити. Хотілося б про це дізнатися детальніше. Чим будете ще дивувати миколаївців та чим заохочувати глядачів? Ну, завжди стараємося зробити якби спортивне більше праздник спорту і шоу, щоб людям було цікаво і смотреть, сидеть, как бы наслаждаться совместно и спортом, и красивой организацией. Вот. Но в этом случае получается аукцион больше как бы не шоу, да, это аукцион благотворительный. Он проводится больше не от федерации, там, как бы приехал на базу джимстайла к нам двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, когда они как раз были по, или на сборах, или на каких-то съездах по своему спорту в Николаеве. Вот. И они приехали к нам, взяли там сертификаты для Карины и передали нам для продажи аукциона, передали нам плакат с его автографом, он при нас подписал, что мы продали с аукциона, и эти деньги мы перевели Карине Драгомировой, которой мы уже 2-3 недели идет активный сбор в Николаеве. Вот. Поэтому тут больше как бы, ну, благотворительность, наверное, чем шоу. А в общем, да, будет, мы постараемся красиво, ярко провести открытие турнира, разбавить его некоторыми шоу-программами, ну, в меру разумного, потому что все-таки спорт должен оставаться спортом. А еще до шоу-программ, можете трошки приоткрыть завесу и рассказать, что ждет на глядача? Ну, все полностью не расскажем, чтобы не открывать все секреты, но я скажу, что будет... Может, какую-то эксклюзивную информацию? Торжественная часть будет, постараемся открыть ее ярко, патриотично, это будет по-любому какой-то красивый, яркий номер, патриотичный. Вот, и я надеюсь, это будет нестандартная немножко программа. Вот, и будет у нас также перерыв, там 15 минут между двумя частями соревнований, на котором мы тоже будем сейчас додумывать и придумывать номера, которые мы, скажем, соберем и разбавим зрителей. Во-вторых, мы везем большой экран на сцену ДК с Одессы, 6 метров там, на 3,5, то есть это не баннер, как правило. В принципе, в основном на соревнованиях висит, то есть немножко нам пришлось напрячься, но мы везем классный диодный экран, который будет идти и сопровождать весь турнир заставками, разными мотивациями, там, роликами. Ну, в общем, будет, мы надеемся, что будет и хорошее воспроизведение по сцене, ну, необычное, потому что не так часто экран привозят ДК, поэтому надеемся на полный зал. В інтернет-мережі ми також прочитали, що глядачі, ті, хто завітає на турнір, зможуть придбати собі професійні якісь спортивні знаряддя, спортивну форму. Ну так, це вперше в Николаєві, в принципі, буде проходити виставка. Вот, і вона буде проходити виставка, акценти будуть, це магазини різного спортивного питання, тобто бренди, ведучі бренди країни, і магазини приїжджають.
Вот. Будут также аксессуары некоторые, будет немного фитнес-одежды или даже компания, которая привозит там спортоборудование, то есть там много тренажеров, там какие-то новинок. Вот. То есть довольно-таки насыщенная программа, там плюс там выставляется наш Lime Store с электронной техникой. То есть будет очень много локаций, будут разные точки, что в принципе разбавит турниры, ну и проведет его он так, как должен проходить. То есть в основном на всех крупных чемпионатах, как и за рубежом, так и в Одессе, в Киеве. Проводят такие, как бы, параллельно турниры, проводят выставки, там, да, какие-то, ну, не скажем, инновации, да, сопутствующих аксессуаров. Вот впервые Николай, мы сейчас все-таки добили это, и будет тоже идти выставка. То есть зрителю будет куда пойти, помимо зала, посмотреть. Кількість квитків лімітована, але чи залишилося декілька запрошень, щоб наші телеглядачі, які тільки що зацікавились подією, захотіли і прийшли, подивилися на відкритий Кубок Півдня України з бодібілдингу та фітнесу? Билеты сегодня находятся в продаже в кассах Дворца культуры, в онлайн-кассе «Хочу билет», но, насколько я знаю, то билеты еще есть в продаже, поэтому, хотя как бы продажи активно ведутся, так что я рекомендую всем желающим поторопиться, потому что зал, хотя и один из самых больших в городе Николаеве, но тем не менее все равно лимитирован. Хотелось бы еще добавить, кстати, что будет представлена одна из новинок компании BMW, тоже на выставке, которые являются тоже нашими генеральными партнерами. Эта новинка этого автомобильного бренда будет находиться перед областным дворцом культуры. Так что тоже, в принципе, будет как бы выставка разбавлена еще и такими вот, да, брендами. Що ж, хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, де, коли, у котрій годинці можна завітати на відкритий Кубок України з бодібілдингу та фітнесу. Собственно, виставка буде вже працювати, я думаю, приблизно з 10:00 утра. Начало соревновань в 13:00, 2 апреля, обласний дворець культури. Що ж, дорогі телеглядачі, нагадую вам, що до студії «Нового дня» завітав президент Федерації бодібілдингу та фітнесу Олег Леонтів та віце-президент Федерації бодібілдингу та фітнесу Максим Бревда.